Совсем скоро прозвучат последние звонки для всех выпускников города и района. Как сложатся судьбы нынешних одиннадцатиклассников? Мы спросили у школяров, какими видят они себя лет эдак через 20. И вот что у нас получилось. Ну, иметь машину, квартиру, там, семью, детей, там. Ну, хорошую работу, которая мне нравится, на которую ходить можно с удовольствием. Работа, которая доставляет удовольствие непосредственно, дает, ну, как бы, вызывает интерес и параллельно много денег дает при этом. Лет так через 20 я вижу себя таким работягой, который выплачивает ипотеку. Вот. Ну, солидный мужчина такой, с бородой какой-нибудь. Вот. Ну, пожалуй, все. Но жить точно не в Печоре. Ну, живенький такой, веселый. Самодостаточный. Обеспеченный. Возможно, найду какое-то хобби. Не знаю, может, там лошадей там разводить или что-нибудь такое. Через 20 лет я не устану от своей работы, не буду загнанной очень, что она мне по-прежнему будет нравиться, что у меня будет семья, которая понимает, что я буду занята постоянно, что у меня будут, если буду учителем, то у меня будут проверки тетради, если буду журналистом, то у меня тоже очень много работы, которую надо переписывать, писать и так далее. Я думаю, что у меня будет семья, в первую очередь хороший муж. И я думаю, что я буду высоким, квалифицированным врачом, вот, и выезжать там в другие города и так далее. Ну, тут уж совсем из области фантастики. Я буду взрослой самостоятельной женщиной, которая сможет обеспечивать себя. У меня будет семья, муж и ребенок. Я буду заниматься благотворительностью, вот, и творчеством. Ну, я думаю, что моя жизнь сложится хорошо. Думаю, что у меня будет работа, я смогу себя обеспечивать. Я бы хотела большую семью. Несколько детей, дружные, что-нибудь вместе где-то отдыхать, вместе заниматься воспитанием детей. Ну, главное, чтобы здесь именно было не один, не два ребенка, потому что, ну, это как-то, даже можно сказать, скучновато. Я буду счастливой мамой трех детей, пока больше ничего не могу сказать. Думаю, это самое главное. Моя мечта через 20 лет. Я думаю, у меня будет большая дружная семья. Я буду занимать одну из главных ролей, должностей в рекламном агентстве каком-нибудь успешном. И буду продолжать общаться со своими родителями, своей семьей. В Печору буду приезжать. Мне нравится этот город, я здесь выросла, но жить здесь я не хочу. Заниматься преподавательской деятельностью не исключаю того, что, возможно, я, как и некоторые политики, буду также заниматься, помимо преподавательской деятельности, политикой, например, как Жириновский. Вот, вполне возможно, я стану известным политиком, может быть, даже министром образования или президентом. Я хочу изобрести лекарство от рака, которое будет доступно всем слоям населения. Во-первых, я хочу работать в Европе. Возможно, когда-нибудь я буду вести контакты с США. Также, если я захочу изучать азиатские языки, я расширю свою деятельность и на Азию. Ну, я планирую стать успешным адвокатом, востребованным, и получать хорошие деньги. Хотелось бы, самое главное, это иметь семью, работать по своей профессии все-таки. Ну и вот желание все равно остается здесь остаться. Я думаю, я буду преуспевающим. Думаю, не буду ни от кого зависеть. У меня все будет хорошо.